Всем привет! Сегодня я с Тумутом мы играем в эту игру. Все знаете, что это за игра. Ведь все подписчики уже смотрели. И я думаю, что вам нравится эта игра. Стоп! Я такое не видел. Если вы видели в первой серии, тогда поставьте лайк и скажите, что это такое вообще. Вот. Кто-нибудь из вас видит такое что-то? Я не видел. Если в первую серию не знаете, тогда посмотрите. О, это то, что надо. Берем. Ага, нам нужно нарисовать шарик. Это уже я знаю. Это уже во всех играх и во всех первой части было это. Да, я все прошел и стала два часть, поэтому мне. Это же можно припрыгнуть. А, это не припрыгнуть. Стоп. Ага. А почему нельзя припрыгнуть? Даже если карандаш изрежется. Я... У меня же нога даже не срезается. А может вот так вот? Вот так вот. Вот так вот. Ну нормальное. Это вот так вот. Это вот так вот. Вот. Теперь вот так вот. А потом нужно наверх собраться, да? Всем привет. Это я Струмус. Короче, это сложно. Я не могу это, наверное, пройти. Ведь это очень сложно, так сказать. Чтобы это пройти, нужно тысячу раз лучше рисовать. Так куда я срезался? Не понимаю. Вот, вот, все, нормально. Я никуда не срезался. Нам нужно туда, чтобы взять эту ручку. Или карандаш. Или как это называется. Короче, подскажите в комментарии, ведь я забуна. Я незнайка. Вот. Кто помнит незнайку, тогда поставьте лайк. Вообще, сколько можно говорить? Я хочу 1 000 000 подписчиков, а вы не ставите лайки, не ставите и не говорите комментарии. Говорите, конечно, но... Говорите, конечно, но мало. И вообще, почему вы не смотрите видео, которое я делал? Например, паучок. Симуляция паучка. Ну, Roblox. Это не был Roblox. Это был симулятор пауков. Другая игра. Вот. Вот. Хочу так сказать. Ну, что-то похоже на симулятор в Roblox мух. Но это не то, так сказать. Теперь опасненько-то, так сказать. Вот. Я уже добрался до карандаша. Теперь прыгаем. Прыгаем. Опа. Теперь делаем вот такую вот штучку. Оп. Теперь удалим вот это. Ага. Теперь вот такую вот платформу, чтобы никуда не срезаться. А теперь пол. И вот так вот. Дальше ничего такого. Дальше просто карандашом вот так вот. Ой. Не то. Получилось, конечно. Умерли, ничего страшного. И так осталось еще карандаша. А, я подумал, что это не стёрка. Это оказывается... Да не прыгнуть просто. Я хочу прыгать. Так сказать, нельзя прыгать, ведь нельзя прыгать. Вот. Идем, аккуратненько. А что произошло? Я же никуда не срезался, Вот, посмотри. Ну что это такое? Я же никуда не срезался. Вот, смотрите, почему? Может, нужно вот так вот неровно починить? Ну, да, и так, вроде.
А как туда собраться, вообще не понимаю. Может, тут... зачем? Ты это... Вот. Иди сюда. Опа, 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 опа. Увидел? Теперь... Давай, залезай. Вот, все. Залезай, залезай. Ничего не будет. Оп, оп, оп. И зачем теперь это? Опа, лестница настроена. Опа. Опа, 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 опа. Все, сработало. По-моему. Какой-то карандаш был внизу. Что это за шар такой? Чтобы этот шар сломался. Ой, ты дай. Что это такое? Я испугался. Нужно сделать стенку сначала. Вот такую. А потом его в круг положить. Вот, ловушка от мистера Умудика, так скажем. Вот, а то, ну, не знаю, как дальше меня назвать. Но можно и мистер Мут, и мистер Умудик, потому что мое имя. А это мистер Мут, это просто канал, имя канала. Вот, так сказать. Имя канала. Вот. нужно... Опа! Так сказать. Опа. Ну, все, проезжай. Что произошло? Вот. Вот какая-то штуковина я сделал. Ой. Все нормально, мы проезжаем в скорости. Давай. Опа! И все, и поймали. И поймали шарик, ага. Ещё бы. Ага, ещё бы. А почему я умираю? Хотя, это и так понятно. Так, а что ты делаешь? Я запугал, всё. Конечно. Ай, да что произошло? Да. Вау, я просто... Вау. Я боюсь. Вот, ловите его, обшарики. Потом вот так. И удали вот это вот. Потом так вот. Это прикольно. Можно, конечно, бомбу выкинуть за роблобаксы, но у меня нет роблобаксов. Потому что я не понимаю, как их вообще получать. Ну, вот я понимаю. Потому что в каждой игре говорят за деньги, за настоящие. А в роблобаксы это тоже за деньги, настоящие, покупают. Или нет, или откуда их берут вообще. Не понимаю. Кто-нибудь, если знает, тогда скажите, да, это непонятно, это непонятно. Чё, куда? Ну, я сделал, не пойму, чё. Не надо, не надо, Федя. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это уже работает, только не на 100%. Теперь делаем, ну, вот. Так, вот.
А то вот так, наверное. Хотя голова дрожится. Что это за фокус тут? Так, лови. Непонятный мяч. Удалить. Ага. Так вот. Я испугался. Ты тоже испугался. Поставьте лайк. Просто поставьте лайк, ни зачем. Ни зачем поставьте лайк. Пойми зачем, но просто поставьте лайк. Я жду, когда будет 1 000 000 подписчиков. Это моя мечта. А у меня сколько подписчиков? Это мало. А мне нужно стать таким блогером, чтобы у меня 2000 было, или 20 миллионов, или 7 миллионов. Вот. Или 9 миллионов. Ну, можно тоже 9 миллионов. Но это уже на потом. Не надо, лучше не буду вас нервировать. О, карандаш. Прикольно! Это как... Это карандаш! Ура! 6 и 5. А что там внизу? Тоже карандаш? Он помогает. А почему я делаю вверх, а он вниз? Да, прыгнет уже от этой штуковины. Этот лабиринт, по-моему, для меня легкий. Ведь он легко может пройти. А ты не знал, что я могу там сделать, а? А ты не знал, что я? Так, стоп. Это уже легкотня. Для меня надо было это. Ведь внизу был карандаш. А как его взять, мы не знаем. Так, а потом нужно пройти. Вот так вот осторожно. Вот. Удалить. Опа. Вот так. Потом вот так вот, еще ниже. И вперед. Вперед. Удалить. По каждым шагам. И опять чуть вниз. Потом удалить. Потом вперед просто. Мы идем по внизу. Зачем мне это надо? Увидите. Ведь это очень-очень мне надо. Потом вверх. Ой, дальше не могу. Потому что я сделал слишком вверх. Нужно вот так вот. Чтобы вот так вот и вот. Нормально. Потом вот так вот. Опа-опа. Теперь удалим ненужную часть. Потом делаем вот так. И меня ничего не убьет. Потому что я внизу. Конечно, когда человек падает вниз, он умирает в игре в игре. Но это нужно вот самым вниз упасть. Понимаете? А не просто вниз. Ну, не глубоко. Не. Нужно слишком глубоко, чтобы умереть. Потому что, во-первых, там невидимые сучки, которые убивают человека в игре в Roblox. Они специальные в играх. Чтобы когда падали кто-то вниз, а внизу нет никакой платформы. Ничего нет. Даже пола нет. Вот. Он умирал. Потому что там это. Не пойми, что, кто убивает человека в играх. Вот. На самом деле, нет платформ никаких в играх. Внизу. Если разбился, тогда это платформы-то не было. Платформа-то нету. Просто самый вниз, и там невидимые штучки, которые могут тебя убить в играх. Вот, поэтому я вот так вот иду. Да. А вот так вот, ну, самый вот так вот. И вот так вот. Это, ну, не слишком глубоко. Нужна такая глубина, чтобы даже добраться до этого.
что до самого низа планеты, вот, это такая глубина нужна, чтобы умереть в играх, вот. А я иду карандаш собирать, да. Если это глупо, это не глупо. Забирать так карандаш, таким образом. Вот он, карандаш! Собираем его! Yes, 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 yes. Шкибиди-доп, yes, 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 yes. Ура! Ура! У меня теперь огромный карандаш, который вообще вот так умеет делать. А зачем мне вообще брать, если есть вот это вот? Вот такой вот, вот такая вот дорожка. Это я. Всем привет, сегодня я мистер Мут. И поставьте лайки, и нажмите колокольчик. Вот. Может, погода получится? Это чисто плавник акулы. Похоже, если что. Или, ну, похоже на волны. И это похоже на плавник акулы. Я буду на плавнику стоять. А теперь это не плавник акулы, а не пойми чё. А это не пойми чё было. А что если сделать? О! А! А потом вот так. И вот так. А потом сделать вот так. Потом сделать вот так. Я рисую. Я рисую, если честно. Я обожаю рисовать. Это акула. Это акула-мегалодон. Да. Это акула-мегалодон. Кто скажет, это не мегалодон, это не мегалодон. Я скажу, это мегалодон. Мегалодон. Умер. Ура. Как же это классно убить мегалодона. Я, конечно, не убил его, а просто... Всё, мегалодон не было. Забудьте это. Мегалодон никого не было. Они вымерли 100 миллионов лет. Вот, наверное. Может, есть много всяких доказательств, что мегалодон не вымер, мегалодон не вымер. Не знаю, это правда или нет. Вообще, скажите, это правда или нет. Нет такого доказательства в Ютубе. Есть они или нет. Нет таких доказательств. Только есть слова, которые не могут сказать, правда это или нет. А просто говорят. Ну, так сказать. А на самом деле мегалодон и правда выжил. И у меня такой вопрос появляется. А почему, когда кто-то что-то под воду уходит, я не видел мегалодона? Когда люди... Что это такое? Почему? Куда? А что произошло? Почему как будто они упали? Они... Почему? Кто... Куда ты падаешь? Да он упал, вообще не понимаю. А, наверное, он вниз вверх. Нет, поэтому кажется, что он упал, а он не упал. Да куда ты падаешь? Бульк-бульк. Так, это моё. Я иду по... О! Нажмите лайк, потому что я сделал ачивку. Это прикольно. Так, какой-то шип вылез. Значит, нужно сделать форму шипа. И опять форму шипа. Вот. Так, а вдруг там что-то есть? Нужно туда забраться. Повыше, так сказать. Конечно, я не читер. Но все равно я люблю читерить. Когда видите какое-то непонятное место, вам нужно что-то найти и идти туда. Если это, конечно, очень высоко, тогда тоже идите туда. Не знаю как, но как-то пойти туда. О, знаете, скажу вещь. А сколько получается? 3?
Я не умею рисовать, поэтому это 3 будет считаться. Плюс... Удалить это. Плюс... Что плюс? Плюс 5. И еще один плюс. И 5. Сколько получается? 5 плюс 5 равно. Вот. Кто ответит правильно, тот и молодец. Вообще не понимаю вещь, а почему вообще люди делают телеграм-канал, если можно на YouTube, ну, моменты положить непонятные. Вот у меня такой вопрос. Вот. Зачем это? Этот телеграм-канал. Вот равно 5 плюс 5 равно. Сколько получается? 5 плюс 5 равно. Сколько получается? Кто ответит правильно, тот молодец. Йо-хо! Ой, что я натворил? Там же было, наверное, секретик. Ну ладно, понимаем, что скорости 2000 км в час. Это не будет удачи. Это будет пока на время. О, да что ты? Ну ладно, пока это левел пройдем. Так. Я отвечу вам. Пока-пока. Всем пока-пока. Нажмите лайчик и колокольчик. У-у-у.